Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и мы проходим Spore Galactic Adventures, ну или космические приключения. И со мной тот пришел мой самый лучший друг. Привет, давай-ка скажи всем привет, ну-ка быстро. Нет. Говори привет. Привет. Да, кстати, насчет объединения каналов, это... Это была ложная информация. Нет, это было... Этот козел не хочет никакой канал. Нет, я хочу канал, просто не лень делать почему. Эки вы лентяй. Вот ты смотри. Шип. Ты сможешь. Когда делать... обнаружите новый фрагмент, подплывите к его пентаграмме. Зачем? Чтобы создать пентаграмму. Это когда пентаграмма власть. Да. Так, у нас существо, смотрите, какое прозрачное, оно еще напоминает клетку. Но оно и есть клеточка пока что. Смотрите. Урга нашел свою любовь. Тебя Урга зовут? Да. Ми-ми-ми. Марин лицо. Упнул. Да он этот, просто не хочет платить элементы. Урга! Пусть будет так. А че не Ураборус? Так, щепотки, шипы, 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 шипы. Давайте их поставим куда-нибудь. Вот сюда. Зачем тебе взять эти шипы? Чтобы когда меня кусали, они меня запомнили. Да, здравствуйте, слизь. Так. Урка. Шипастый зад. Первоначальная клетка. Или не-не-не-не-не-не-не-не. Эта клетка прилетела. Прилетела. С планеты Криптон. Ты чё? И являлась аналогом криптонианского герпеса. Чё? Эта клетка прилетела с криптона и являлась аналогом криптонианского герпеса. Чё так жестко? Подожди, ты, кстати, решил делать святость? Да, и мы сейчас с вами... Находимся в микрофлоре полового органа Супермена. Я думал, ты просто разбираешься. Вот, короче... Ну ладно, дорогие друзья, это была такая шуточка. Вот смотрите, он будет нас преследовать. Но у него ничего не получится. Как так? Вот смотрите. Уйди, противный. Опа. Опа, шустер. Так, давайте-ка дальше поплывем. Нет, нам надо, наверное, все-таки около морды поставить. А смысл? Ты же не задаял? Я понял, но я могу стать всеядным, когда я резко переключусь и начну жрать рыбью плоть. Вот, судя по темно-синему оттенку, мы сейчас находимся в глубоком океане. Поскольку у нас дна не видно. Ай! Ты настолько глубоко, что не печинай. Тает лед между нами навсегда. Не волнуйтесь, дорогие друзья, этот козлина шутит. Но учти, после того, как закончится этап существа, Петька... Будь-будь-будь-будь-будь-будь, это мой... Ах, слышишь, что тебя в рот еду? Я в курсе, но это моё, детка. Я в курсе лезет. Пошёл от меня, понял? Хорошо, пытайся, скорее развивайся. Смотри, смотри, там внизу появились новые существа. Это типа ты всплываешь или всегда можешь к ним? Это я всплываю потихоньку, смотри. Вода стала более голубой, значит мы потихоньку перебираемся на побережье. А у меня другой вопрос, почему тогда ты видишь всё снизу, а не сверху? Ну, не знаю. Секрет разработчика. Возможно. Так, это мы переместим сюда. А может, накопим на жгутике? 15 баллов ДНК. Ну, просто зашибись. Давай продадим глаза. Зато мы будем быстро продавать. Да, добавим его вот так. Знаешь, как мы с тобой будем перемещаться? Знаешь? Без глаз мы будем перемещаться вот так. Чё? Это мы будем. Ладно, раз. Два. Поплаваем немного без глаз.
Кстати, на планете уже 700 миллионов лет прошло. Чувак, с момента образования жизни. Может быть, все же будем плохими и устроить милитаристическое государство? Возможно. Пока мы идем только к доброте. Ну да. Это гриб. Это гриб. Ну что, дорогие друзья, теперь вы осознаете, какой это испорченный гад. Какой-то гад со мной испорченный сидит. О, куш от меня. Вот все, плыви, да, отсюда. Во время размножения даже тебя не будут отвлекать. Заметь, у него делают глазами. Так. Странный выбор, либо шипы. А, стоп. Какие-либо шипы. Я сглазил. Гад. Оставь так, пока поплаваем. Может, продадим рот и купим себе плотоядные глаза? А может, один глаз? Вау. Йоу. Давай будем плотоядными. Сейчас мы будем плотоядными. Так, нужно продать грибы. Это что такое? Назовем его в Состя. Так, может, плотоядный будет? А, точно, мы же можем взять вот это. Я никогда не думал, что... Да ладно, я промолчу. Это не для твоего канала. Господи, это руки, что это? Вот так. Офигеть. Как тебе? Я в шоке. Честно, я всегда стоял сзади, никогда не думал, что можно сделать так. Смотри, у него тело становится все более сформированным потихоньку. Наверное, потому что он растет. Он, наверное, уже на стадии какой-либо губки, либо моллюска. Господи, похож на... Ну, интересно получился. А тебе немножко. Так угарно это делает. Ты же не дровишь. А, да, точно. Гуля-гуля-гуля-гуля-гу. Так, все, получается. Алло! Реснички! Вот сюда! Высокая скорость разворота. Дрифтуй, братан, дрифтуй! Ах ты ж! Чувак, не уяд! Опа! Долой шипы! А нехило он так пердит! Ай-яй! Сдох. Смотри, вода становится уже более голубой. То есть мы приближаемся к побережью. Побережье все больше и больше. Ах ты, испорченный засранец. Что это там себе ты напридумал? Так, смотри, тело у него все более формируется. Жаль, конечно, что разработчики вырезали этап рыбы, этап город и этап молекулы. Хотя этап молекулы, мне кажется, возможно, был таким наиболее скучным сам по себе. Такой еще скучный. Это этап клетка, а перед ним был этап молекулы. Показывает, как зарождались молекулы. Но при этом от этого этапа отказались и заменили это все заставкой на зарождение жизни на планете. Вау. Действительно. А вот у нас теперь есть и яд. Только мы сейчас покараем. Аня! Вот так. Сзади! Атака с тыла. Кусай его. Ну вот, смотри, отлично же, отлично. Че, а ты видел то, что сзади происходило? То, что слева у тебя маленькая молния на полу. Самец сделал дело и ушел. Так, яд давай. Может. Кулык? Еще шипы можно делать, тут еще шипов. Еще лицо. Ну, попец у него уже защищен. Может тогда бока? Так, бока. Ну да, в принципе. Хотя, кто тебя укусит в бок? Хотя нет, подожди, клювом можно... Смотри, волчок еще не сформировался. Чувак, можно клювом дать в рыло, а шипом в глаз. Нет, давай я пожалею. Смотри, у него тело все формируется и формируется, становится более непрозрачным. Кстати, а ты можешь показать, сколько лет, что-то?
1 миллиард 200 миллионов лет. На плане Урга становится все более развитым существом. Кстати, прикольно оно развивается, смотри. Че, нам нужно остаться на всеядности. Ну да, ни вашим, ни нашим, да? Может, плотоядности? Ну да, можно сделать повеселее. И быть плотоядным и... Кстати... Стабелла, помнишь, как ты меня терроризировала, оранжевая сучка, иди-ка? Простите за мат, дорогие друзья. Да ты мне еще будешь тебя свести, пока не заметил. Кстати, ты можешь говорить погромче. Я надеюсь, тебя будет слышно. Что, я не слышу, потому что сейчас не слышу. Надо сейчас блокировать. Опа, опа, мы подплыли. О, что я слышу? Слышь, ты, давай, иди сюда. Эй, иди сюда. Подошел. Базар есть. Я с твоим батей нужно поговорить, ну-ка остановился. Иди сюда. Вот ты жук! Дохлый. Нёмк. Пластик. Я со всех сторон, короче, защищен. Кстати, прикольные звуки он издает. При смерти или как? Я без понятия. Я хз. Ты меня пощипай, чувак. Иди ко мне. Голова крупнее, что не траванулся. Все, вода, поперхнулся, да? А ну иди сюда. Пойди вы. Мать. Смотри, кстати, внизу показывается от бактерии, как похоже, последняя диаграмма показывает, что он рыбой станет. По-моему, это все-таки свиновод. Ну, следующий этап у него будет очень пока что это свиновод. А, долговязик. Ох ты, сколько мяса. Смотри, кстати, уже ракушки появились. Знаешь, мы уже вот. Да, снизу появляется песок. А сверху у нас... Только камушки и ракушки. Значит, тут у нас уже подобие аммонитов какие-то появились. Кого? Аммонитов и мутилусов. Давай, плыви за мной. Ты сейчас поддайся. А представь, мы его сейчас завалим. Он же жрать не может. Иди ко мне. Иду сюда, здоровяк. Он не тратится сейчас. А вдруг он помрет? От инфаркта? Ну, звуки мне нравятся. Потому что, дорогие друзья, я-то включил систему объемного звучания 5.1. Очень надеюсь, что вам на видео все это понравится. 6. Ай! Бобо, да? А, все-таки тратятся жизни, да? Если ты класс получишь, я думаю, ты, тебе тоже не предоставим. Так, вы... смотри, он увеличился. Да и он стал совсем непрозрачным. Плотную структуру стал больше. Да. Господи, ты посмотри на днище, ты видишь то же, что я? Это существо. Опа! Вы посмотрите, что там на дне под нами творится, дорогие друзья! Там у нас спариваются какие-то просто китообразные существа. Я не уверен, что это китообразные, я думаю, что это... это всеядные. Смотри, видишь? Кстати, мы на стадии всеядности находимся. Нам надо бы с вами... Заняться сексом. Это ты. Вы не. Сделай, пошел. Называется кобель. Добавим реснички. Блок-блок. Нет. Это мы сделаем вот. А зачем? Ты хочешь, чтобы у тебя... Точно. Так. А сделай единый плавник. Подожди. Ну и задница. Чванфк. Что-то не так. Ну ладно. Нет, что-то не так.
делаем. Так, вот, вот так. У нас уже третий уровень скорости становится. Это можно убрать, хотя наши котики нам все равно не хватает. Так, а что если... Не, эффект такой же не дается, а скорость мы получаем еще меньше. А что, кстати, если пожертвовать вот этим? У тебя пеликанизат. И сделать вообще вот так. Прикольно, слушай, а может шипов? Ну ладно, ладно, успокойся, вот тебе шипы. И глаза побольше, и пострашнее. Йоу! Слушай, это на тебя похож. Да пошел ты. Да ладно, чё, ну не дуй. Смотри, не хочешь изменить смотри, класс? Какая милашка. Прикольно. Так, смотри, они первоначально были прозрачны, но теперь обозначают, что это у нас уже точно рыба перед нами. Нет, что-то не то. Хотя... Харбатый рыба. Как типа полосочек, да. А может, полосочку изменим? Нет, тут, к сожалению, окрас более-менее менять нельзя. А фиолетовый оттенок не хочешь попробовать? Так, можно этот. Два раза нажимаем сюда. А что, так можно? Да, так можно. Офигеть. Достаточно два раза нажать. Чё, я сколько не играл в эту игру, а я не знал вообще, что так можно сделать, если честно. Эта игра вообще тебя во многом удивит. Походу, я играл только... На тихальную ясность. Да походу. Смотри, какая у нас уже рыбка прикольная получилась. Кстати, да, и движение плавников у меня отлично. Мне очень нравится. Что я сказал? Ну, про плавники ты гонишь. Нам нужна... Смотри, это у нас уже яйца образовались. Значит, местные существа начинают образовывать яйца, и борьба за выживание тут уже стала более жесткой. И смотри, мы наконец добрались до песчаного берега. Но у нас некоторые существа эволюционируют особенно сильно, в то время как мы уже выйдем на поверхность. И это может означать только то, что мы не являемся первопроходцами жизни. А мы выйдем уже гораздо более позднее, но зато, в отличие от всех остальных существ, мы с вами выйдем в космос, дорогие друзья. И будем более подготовлены к проблемам. Да, и к Гроксам, которые вы могли видеть. Спойлер. Да. Но это только спойлер для тех, кто уже смотрел оригинальную спору на моем канале. Кстати, кто смотрел, поставьте лайк. Довольно-таки много, особенно на первой серии, которую посмотрели 1200 человек. Новых комментариев у нас пока нет, дорогие друзья. Поэтому, к сожалению, больно и говорить нечего. Мою. Чувак, у него зародился мозг, ну что? Самый первый клящик под названием мозг. Если это можно вообще так назвать. А может, сделаем как? Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Ты хочешь все-таки дойти до плодоядности и остались у всех? Мы уже не дойдем до плодоядности с тобой, ну, смотри, по сути. Ну, можно же продолжать жрать мясо. Давай будем всеядными на всякий случай, а то вдруг будут появляться существа, которых мы не сможем убить толком. И мы застрянем на эволюционной цепочке. Так. Чувак, Михаил, чуть-чуть, ну ладно. У нас на всеядности, клетка на данный момент. А ты можешь призывать своих друзей? Давай тебя спасаемся. Да. А что за летающий? Призывать подмогу. Дарует вождю способность призывать змея, которая распугивает всю рыбу. В смысле? Которая, короче, вождь стучит, и появляется гигантское существо из океана, которое будет нам выбрасывать всю рыбу на берег, и мы ее можем собирать. Но ты увидишь это на этапе племя, когда будет моя очередь, понимаешь? Да, этап существа будет очень длительным, скорее всего, два этапа. Что вот мы плывем. И на данный момент сейчас я для Эдиары сформирую наше первое существо. Буду благодарен, ибо моя фантазия не сравнивает. Я покажу тебе, что такое настоящая фантазия. Что? Так, ты сейчас туда-то приделаешь глаза, и все. Что это? Что это? Саня, нет. Саня, не надо. Саня, не надо. Саня, пожалуйста. Не надо. Это будущий масон. Чувак, масон.
Нет, я тебе докажу. Господи Иисусе. А можно хотя бы ниже глаза хавать? Или хавали? Я тебя понял. Я тебя понял. А жрать как будет? Ну ладно, ладно. Не, ну слушай, есть большим глазом, это прикольно. Но я боюсь, если я получу по глазу. Я... Ты, кстати, можешь, да, я видел, как ты играл. Я просто рассказал ему про спор когда-то в 2011-2012 году. И если бы не я, эта женщина навсегда бы застряла в стратегиях. О! Так, давайте-ка сделаем... Диплодок еще? А нет, подожди, как его звали? Звеночные динозавры. Зауропод. Разве? Я говорю про класс существ, длинношей. Просто мои познания в археологии это фига. Ну, мои, с моими, твои никогда не сравнятся, и вообще с любым человеком. Так. Так он умный? Так, а так он... не. А так не очень. Так не очень. Взгляд, знаешь, какой дратути? Дратути? Так. Гармас, Громоступ, Толстелла, Мощнозавр. Мощнозавр звучит. Так, сделаем так, пожалуй. Офигеть. Прикольно, слушай. А давай ты как-нибудь ко мне зайдешь и сделаешь мне существо. Ладно, ладно. Смейтесь. Ой, это вообще не сеть. Поэтому не слышали. Кстати, а сколько у тебя? 30 минут? Да. У нас еще есть 8 минут. Потом в следующую серию у нас будет игра Эдёра. Да, сегодня пока. Кстати. Объединения не будет, но скорее всего это будет маленькая рубрика от моего лица. И с Тёмки будет выглядеть так же с Саньком. Ёкарный бабай. Ещё за рогоносец. Сам ты рогоносец, понял? Не, ну слушай, прикольно. А может он... А он же сейчас еще рогами научит сделать. Да, вот так. Офигенно. Я, честно, я буду. Это типа вилка такая. А нахрена ему глаз? Так. Хотя у меня есть идея получше. Серьезно? Офигеть. Пожалуй, как-нибудь будет вот так. Может тогда уменьшить верхний рога? Или оставить так? Или оставить так же? Круто же! Здорово. Так, или же... Это рудиментарные отростки, оставшиеся еще с рыбьих времен. Они потом со временем эволюции отпадут. Скажем так. Та-та-та-та-та-та. А можно на хвост сделать котик, а потом просто продать их и... А, или сделать... Ты не хочешь сделать потом на следующем этапе существо как бы крылья? Зато оно у нас теперь пока может прыгать. Слышишь? Можем его потом сформировать в подобие птицы. Вот эти говорю, только сделать рудиментарные отростки на спине. Угу. И последнее, что у нас осталось. Вау. У тебя стоит какой-то корм. Да, жуткие и милые. Оно у меня здесь также установлено. Я совсем забыл это сказать. Нет, это слишком мясисто. А вот это более похоже. При этом мы можем потом поменять. Так сказать, у него тело еще формировалось, дорогие друзья. И оно самым... привыкало к ультрафиолетовому излучению, так как появился ожог. И вследствие этого у нас еще не образовалась нормальная толстая кожная ткань, и поэтому все нервы у нас видны через очень тоненький слой кожи. Эпидермис. Да. Чё,
чувак, я знаю новые слова. Ты ж молодец, у тебя хорошие. Так, головка. Стоп. Какой-то цыпленочек. Надо не Ургант взять, а петушок. Ты, наверное, издеваешься, да? А, нет. А ты потом сделаешь место для отростков лука, да? Так, после этого я поставлю как-нибудь так. А позвольте Толяду от меня. Какое именно? Хочу усики. Усики? Нет, нет. На заднице. Ну, на самом конце хвоста. Что-то типа такого. Этька хочет. Каково? Как-то странно все это, как-то с одного вот сразу выходит два. Ну, мне кажется, вполне неплохо у нас получилось первичное существо само по себе. Чтоб они не соприкасались? Ну, как бы, чтобы это было вниз. Может, даже вниз? Ну, в целом, да. Как тебе самому нравится? Да. Плюс ко всему, у нас добавилось место. Да, только она в этой игре практически никогда не используется. Не скажи. Я и вот вид сверху сделан специально для того, чтобы выглядело, как он всплывает наверх. Чувак, я всплыл. Чувак, это рэпчик. Этап существо. У нас проходит дезинфекция гамет, вычисление амплитуды веселья, масло масляное. Кстати, дорогие друзья, обратите на задний фон. Вы можете найти там, допустим... Существо с хвостом наверх. Это существо сделано специально так, что оно было создано на E3 2006 Уиллом Райтом. И называлось оно Уиллозавр. Оно использовалось в Donkey Spore. И, кстати, данное существо очень хорошо подходит к окружающей среде, к атмосфере, к цвету воды. Это, можно сказать, будет его такой маскировкой в целом. Плюс ко всему... Сама атмосфера на этой планете мне очень нравится, как бы... Она, скорее всего, насыщена метаном, поэтому она такая апельсиново-розового цвета. Я бы даже классика красноватая, мне это очень нравится. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция! Так, довольно-таки классно. Слушай, твоя графика, если по сравнению с моей, это как-то бах. Вау, вау. Слушай, у него еще хвост полосатый и двойной. Я сейчас минуты две побегаю на обучение. Все расскажу. И потом после этого со следующей серии играть у нас будет Этька. Да, и прохождение будет... Смотри, какой у него хвост прикольный. Ты посмотри, посмотри, у меня двойной кончик. Видишь? Ну прикольно сделал. Смотри, как он еще... Наподобие хвоста гремучей змеи превращается потихоньку. Вот именно, как будто отвлекает врагов. Да. Главное. Так, это у нас Шарман Вожак. Давайте-ка сперва с ним познакомимся. А потом, после этого, дорогие друзья, мы нападем на какое-нибудь гнездо. Но сперва мы познакомимся с ближайшим. Нужно знакомиться с существами-вожаками, потому что именно они будут давать нам различные фрагменты для создания существ. Ну, я знакомился со всеми. Я что, не такой? Если именно 2-3 вожака, то нужно знакомиться обязательно с ними, чтобы нам выпадало наибольшее количество фрагментов. Так. Нет, они подписываются. Вот как Шарман-вожак. И обычный Шарман. Кстати, дорогие друзья, обратите внимание, у нас там галактика потихоньку восходит. И на данный момент отправимся. Смотри, мы... На дальнем крае я видел что-то мясистое и двигающееся. Телевизор. Смотри, вот, вот, вот. Ёпта. А, это кора деревьев. Серьезно? Да. Я думаю, это существо. Это обычная кора ничего не примечательных деревьев. Кора. Это кора. Да. Ну, бревна по-другому.
Мы их можем даже в воду сталкивать. Вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Кстати, оно у нас довольно-таки прикольно плавает. Но мы с вами отправимся на охоту. Мы хотим мясо. Мясо, давайте. Мясо, давай мясо. Кстати, дорогие друзья, жвалище нам уже доступно. Мы можем его потом использовать. Там у нас находится червь. Но мы сперва нападем на вожака. Нам нужно... Только необходимо немного отойти. Да, оглушить его и напасть первым. Кстати, ребят, послушайте, после того, как он нападет на червя, смотрите. Огнеглаз, то, что нужно, как раз глаз для нашего существа. Давайте мы с вами покушаем. Кстати, он может так кушать до тех пор, пока у него не восстановится здоровье. Ну или он не блюнет. Да. Ай-яй-яй! Не достал. Бедняжка защищается как может, но этот тут обречен на вымирание. Поскольку наверху слева показывается, сколько нам осталось добыть охоты до вымирания. И нам остался последний. Плюс по всему скорость на существа намного выше, они ходящие, а не ползущие. Прямоходящие. Ну, не как прямоходящие, а вернее, булавные. И вот наш лот, дорогие друзья, становится еще больше. Мы уже не такие глупенькие, мы с вами подросли в размерах, как существо. И мозг примерно увеличился у нас на 40-50%. Короче, по теперь он похож на апельсинчика. Да. Сила мозга. Существо стало умнее и освоило новый навык. Теперь оно может создать стаю. Вместе веселей. Давайте отправимся в основное гнездо. Совершим эволюционный скачок вперед. Кстати, это у нас все, которые мы повстречались. Данный фрагмент у нас называется коллекцией. Тут мы можем видеть различные интересные фрагменты, которые нам достались. А то, что нам досталось, у нас подсвечивается вот так вот. Смотрите на последний фрагмент. Саня, а ты не хочешь взять мозг? Существо как бы... С помощью мода жуткие и милые. А это все включено у меня тут? Нет, ты не понял, как бы... Я знаю, что ты хорошо редактируешь, поэтому я бы хотел, чтобы ты сделал это с помощью нотификации жуткие и милые. О, это несомненно. Буду очень рад. Странно. Эти существа у нас во многом, мне кажется, гермафродиты, поскольку мы сейчас спарились, и, возможно, мы играем все это время за самку, или же, если это самец, то они у нас гермафродиты, и, как морские коньки, яйца откладывают именно самцы на это все. А или просто, если нет самки, самец сам становится сам. Может, это было творить сам себе. Скорее всего, как лягушка. Ну да. Хороший эволюционный ход. Да. Тут мы уже можем это убрать и более привести в форму наше существо в целом. Хотя не будем забывать про баллы ДНК, которые нам доступны. Так. Так что такое? Это роботизированные вещи. Это нам точно пока не подходит. Слушай, а как тебе этот вот с плавником рожа? Или ты решил сделать немножко... А, да, точно, укус номер два. И да. И при этом... Даже при ухозе номер два. Похож на динозавра. Ешь вот этот мелкий бегущий? Ну да. Очень похож. Офигеть. Будем использовать огнеглаз. Чувак. Действительно, кстати... Жаль, у нас пока недоступен нос, но зато мы можем сделать вот так. А зачем нам пока нос, если мы можем видеть жертву? Офигеть. Вот таким образом. Это что, будет? Ну да, довольно интересно у нас все это дело получается. Может, и жуких мелких? Так. При этом мы... Ты решил нарастить костный панцирь. Так, а это мы уже опустим. Скажем так.
Как тебе? Плохо, жгучий. Я все равно не разбираюсь в строении скелета, как бы. Тебе и флаг в руки. Так, далее. Это мы убираем, это убираем, чтобы у нас баллов ДНК хватило, чтобы сэкономить. И при этом установим... Нет. Более птичий вариант. Такой в целом. А тут мы с вами выберем... О. Цокоток. Слушай. Это довольно необычно. Может быть, придется ему еще пару конечностей? Ну-ка. Как ну, это, пожалуй, потом, когда у нас более баллов ДНК накопится. Согласен. Так. Это... И не забываем мы с вами про... шипы. Ну-ка. Только сперва выберем толщину, длину. Установим это как-то вот так. И при этом в этой стороне. Кстати, нам крылья доступны. Мы его потом можем вообще в легкую перевести в птицу какую-нибудь. А ну здесь все-таки нам зачем? Пока для красоты. Они недорогие и очень мало места занимают. Пах. Слушай, а у тебя не. У тебя. Знаешь, какой-то. Какой-то фильм, помнишь, назывался? Старый-старый. С этим. Так, секунду, сейчас мы сохранимся. В первый раз покажем, что у нас бывает, когда мы детеныши. Кстати, в Спор 2006 года в демо-версии можно было играть какие-то около 5-7 минут за детеныша. Само по себе. Потом после этого нужно будет проходить вот такое обучение. Но оно его. Но его решили сделать проект более упрощенным. Кстати, можно предположить, что это у нас будет являться таким наподобие не только отростком на голове, но и мозгом. Кто смотрел фильм «Живое», нас поймут. Так у того существа все клетки были и мышцами, и мозгом, и нервами одновременно. А, если что, у меня на приставке есть. Пока плоховато, но там все можно очень легко понять. Фига себе вымахал. И вот у нас получается вот такое существо. В целом, давайте сохранимся на всякий случай. Ну а продолжим мы уже след. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Йоу. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Рай и Родос ТВ. Эдвей, чувак. И Эдвей. Бай-бай и гудбай. Пока. Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья.